Дальше. Кого-то сейчас встретим. Совсем скоро уже откроют новую дорогу, где будут ездить паровозики, машинки. Уже высадили все деревья, сделали ограждение. И будет новое красотища. Подвеличивается, берется кусочек от карантинной зоны. Можно будет сюда дойти уже. Так расширяется, если не дают снаружи, изыскиваются внутренние резервы. Ой, запах какой. Степных трав, сирени. Вчера здесь был Мессель со своей звездой. Иди, скорее всего, Мессель есть. Белой львицей удобряется вот так саванна, и в кустах они думали, что мы не заметим. Не тут-то было. Там, наверное, 5 вожака. Нет, мы ходили такое семейство. Нет, тут Чипа увел свою звезду. Вот, а тут вот, вот. И вожак тут. Вот какая красота. Ну как все. Чука. Это мы удачно зашли. А это кто у нас? Ауст. Это самый главный. Ауст. О, а там тот. Тикать. Чип. Самый крупный. А самый главный, да, у нас кто-то называется? Два вожака. Два вожака. А там Чип со своей звездой. Я их прогнал, чтобы они тебя не смущали. Чтоб ты не отвлекался. Так, пожалуйста, к Чуку, кто желает. Чук. Наташа. Два вожака. Да, она хорошая. Чук. Чук, это похоже. Можно вот так к Чуку подойти. Вот так, да? Вот так. Можно? Это вам так можно. А у нас есть риски. Скажи, это он вас любит, а нас терпит. Ой, какая милота. 300-килограммовый вожак. И самый главный вожак для зубков. Куда? Садись, сейчас мы его поднимем. Попробуем. Садись. Чука! Какая лапа. Сейчас попробуем. Какие мощные лапищи. Татьяна, вы под защитой вожака? Двух вожаков. Двух. Скажи, папа. Кто? С кем? С Татьяной? Скажи, хорошо. Там идет еще один. Ничего страшного. Это мой любимец. Да? Еще с мальчишек. Чук. Мой тоже. Он такой ласковый. С хозяином. Он такой. Только не спать, хорошо? Правильный спать. Вожак. Работаем вот так, вот так вот. Клиент. Ой, есть? Прикусил. Нет, не прикусил. Там любя. Ничего себе. И подальше. Вот это кадр. Вот я об этом сижу. Вот этот кадр. Что там? А такой фотки у вас не было еще? Такой еще не было. Убойная. Убойная, точно. Давайте. Опа. Опа. Спасибо. Следующий. Можно я? Давайте. У вас столько счастья на лице было. Ну, это же мой любимец. Блаженство, уже не то, что счастье. Это мой самый любимый лев. Ой, идет так он тут. Ой, ножка. Ай, Марсель идет. Ничего, он красавец. Мама, как он идет? Сзади подкрадывается к тебе. Что тут не есть? Под голову подержи его. Ничего, так у тебя голова мощная. Смотри в камеру.
Отработал. Кто там идет? Марсель идет. Нет, это не Марсель. Нет? Так быстро. Это Гек идет. Гек. Вот, лег. Давай, давай. Ну, Олег Алексеевич, ну так непочтительно. Это ж вожак. Скажи, Алексеевич, главный вожак. И Гек уже хромает. Мордочка. Это два брата. Ну, так скажи, если 300 килограмм. Конечно, будет тяжелая мордочка. Чука, давай лапы твои покажем. Там Олег Алексеевич с Геком. Вот, вот такой огромный, огромный лев. И там третий. Да, два вожака и зам. Кому легко? Кому сейчас? Скажи, кто? С кем еще? Для кого меня подняли? Так, Алеш, давай. Фотографируй. Куда сидеть? Да, сюда сидеть. Нет, конечно, можно. Три уже человека прошли. Уже хоть какая-то, но статистика. А идет к вам опять, идет, красавец. Только вот они, сиди, я выхожу три человека кадра. Прошли, он может устать, например. Вот, Алешка. Надо зайти. Вот так, вот, работаем. Милота. Алексей, ну у вас талант вообще. Да вообще, у него улыбка одна от ушей до ушей просто. А видно просто, что он любит их, такой, с открытым сердцем. Очень добрый человек. Вообще, красиво, да? Клёво. Выразительная такая физиономия у него. Маш, ты решишь, что нет? Решусь. Маш, у тебя жених есть? Есть. Жаль, хотел Алёшку посоветовать. Так, ну давай Машу, может, успеем. Да. Хорош. Так, давай сюда. Давай. Мам, я нашей камере не доверяю. Целовая, конечно. Это я могу, да? Да, давай. Вы не против? Маша, закон, пошла фотографировать. Вот так, садись. Восьмая позиция. Только не на него. Вот так, да. Закон. Все, села. Да, хорошо. Да? Хорош. Вот так. Подержи голову вот так. Вот так? Ну как-то возьми, да, вот так вот. Вот так, улыбайся, Маша. Улыбайся. Жизнерадостно улыбайся. Да, да, чуть-чуть порасслабленнее, если получится. У него такая тяжелая голова. А ты к нему головкой чуть-чуть прислонись. Ой, можно? Прислонись, прислонись. Можно? Ой, слушай, вообще. Аленушка со львом. Да. Умереть не стать, обожраться не подняться. У меня же глазки прикрыты. Это сзади Гек завалился. Давайте успеем, может, маму еще. Давай. А он может устать, да? Я сейчас говорю, как сяду, так он сразу устанет. Мама, на лапу. Да не сяду я, ну что же, я же не сяду. Красивый такой. Хорошенький. Да. Хороший. Люди говорят, 300 килограмм это много. Как голова? Голова вообще умная голова. Она очень. Чуки. Улыбаемся чуть. Камеру, поехали. Казачок во всю пасть. Ой, ты такой красивый. Такой хороший. Спасибо тебе. Главное, добрый. Очень добрый. Где что за кипиш происходит? Ты глаза янтарные. Загадочно, посмотри. Ой, мам, очень клево. Да. Просто. Отпад башки. Хорошо. Папа, давайте вас попробуем. Нет, папа, нет. Давай, нет. Давай, ну что ты, девочки-то решились, ты что? Давай, папа, момент. Вперед. Папа, коль здесь уж вы тут. Здесь мы только на ножку ему не сядь. Вот так на тебя посмотрел. Садитесь, папа, ладно, девочка, а ты-то что? Как-то чук так. Я как-то боюсь. Как-то правильно. Там уже лапы.
Скажи, имеем, что имеем. Знаешь, на тебя смотрит с аппетитом Костюш. Ну, в том-то и дело. Вот так. О. Ну, чуть-чуть подальше. Короче, в пасть льву сразу, да? Чуть-чуть двинь попой туда. Нет. О, он даже так тебе позирует. В отличие от некоторых. Так, он на папу смотрит. Костюш так на ручку твою посматривает. Это ж сколько, говорит, мяса. Мимо проходит. Каждый день. Ой, вообще. Класс.